Ребятки, перед вами BMW X5, здесь 4.8, V8, грозный атмосферный монстр. Мы сейчас делаем на нем лютый, просто не подберу другого слова, лютый звук, потому что здесь отсутствуют катализаторы, здесь не штатные резонаторы, здесь мы убираем банку. Собственно, сейчас вы услышите, насколько она громкая, насколько стекла просто будут и даже стены дрожать у окружающих зданий. Решение владельца. Посмотрим, насколько долго он прокатается с таким выхлопом, насколько часто его будут останавливать на дорогах. Будем держать вас в курсе. А сейчас погнали, посмотрим за процессом и также послушаем звук в конце. Thank you.